Всем здравствуйте, с вами Бир, и первое, с чего бы я хотел начать, я буду все быстро говорить, первое, с чего бы я хотел начать, это с того, что не было давно видео. Ребят, зовите кого-нибудь, кто смотрел мое видео, не обязательно ставить лайк на видео, обязательно посмотреть, да и подписаться тоже, но лайк ставить не обязательно, это ваше мнение, то есть... Если видео по проверке лайфхаков, да, они тоже будут. Если видео по проверке лайфхаков собирает 9 лайков и 12 дизлайков, то, соответственно, я больше эту рубрику не буду выпускать. Ну, если там уже серии 90 или 49, то я доведу до 50, а если 90, то до 100. Короче, вы меня, наверное, поняли. Второе. Я запускаю новую рубрику, называется она «Челлендж». Да, я буду выполнять здесь челленджи ваши, либо сам придумываю какие-то, но лучше ваши, так что пишите в комментариях внизу, еще можно подписку там, да? Нет, еще как будто там можно подписку, да, запилить. Но обязательно пишите в комментарии. Да, а первый челлендж — это у нас Чарли челлендж. Думаю, вам видно, да, так все сфокусировалось, да, нет там, да, и все такое. Так, все положу. Сейчас все буду делать, проверять. Чарли, приди. Чарли, ты здесь? Как, кстати, лучше без света? Без света. Ну, без света. Ну, так будет мне лучше видно. Сори. Чарли, ты здесь? Чарли, ты здесь? Последний раз говорю, Чарли, ты здесь? Нет. Блин, ребята, должен быть заканчивать какие-то файлы. А может... еще кое-что покажу, а? Нет. В принципе, я даже не знаю, из чего их. Чарли. А, фу! А, офигеть! Это я уже. Офигеть, Чарли. Ты чё реально с... Сейчас, ребят, офигеть! Офигеть просто, да, ну как я просто, ну офигеть просто! Тончина! Должен смеш. Блин, ну я его просто брал. Сейчас я просто вот так вот просто брал, так много раз делал. Вообще не знаю, как это, по-моему, вас хватит. Да, хватит 20 часов. Уже я вам показывал вам. Просто не его. Ой, вся царапается. Я опять царапаю. Ты вообще офигел. Буду заканчивать. Ну ладно, ребят. Это было что-то с чем-то. Да. Ну. Ща, я отдохну, подождите. Ну что ж, ребят, в принципе, я как бы все отдохнул и. Почему-то. И ладно, ребят, так что можете подписаться на канал, там где-то вот здесь вот будет, как всегда, ссылочка, ага, на мой канал, да, сегодня я читаю рэпчик про GTA, это текст придумал я не сам, но мне написали ребят. Что надо, типа, делать видосик, как всегда, ага. Не умею я рифмовать. Ну и что же делать, блин?
хотел написать я рэп, получил лишь бан и страйк. Блин, не знаю. Не умею рифмовать я. Читаю рэпчик для тебя. Играл сегодня в GTA, как всегда. Да. Я хотел научиться летать. Прыгнул, разбился, упал. Я подумал, может быть, записать видосик. Проблем. Блин, очень вкусно, опять же. Я его люблю, целую, уважаю. Но, блин, как так можно с ним обращаться? Ведь он же лучший на свете, друзьяшки. Я сегодня люблю вас. И завтра, и послезавтра тоже буду. Рифма потерялась опять. Напишите в комментах, что будет. Да, и... Напишите в комментах, что будет. Напиши, может быть, даже ты. Напишешь хоть что-нибудь, милость. Какую-нибудь, или, блин. Напиши что угодно там. Я прочитаю, поставлю лайк, ага. Я не умею рифмовать, но все же... Пожалуйста, напиши коммент. Для меня это очень важно. Для тебя я вижу, нет. Но можешь поставить лайк и дизлайк. Для меня это тоже важно. Yeah. Ага. Сегодня каждый день я целую своего кота. Его вы сейчас не видите. Но он целует диван. Но все же на этом конец. Видео идет 6 минут. Можно округлить и сказать, что 7. Я думаю, даже 8. Ну ладно, на этом лишь все. Сказать я могу лишь пока. Сегодня не будет пока. Сегодня будет пока. До свидания, ребята. Какое можно придумать название для своего канала, если ты не любишь дизлайки? Я тебе расскажу одну идейку. Как называется, я не знаю. Рифму потерял я внезапно, но словно пою я как Галка. Галка любит петь. Я люблю танцевать. Ничто не мешает нам петь. Ничто не мешает танцевать. Сегодня я играл, как всегда, в GTA онлайн. Но лично прощание скажу тебе. До свидания, пацаны.